Всем привет, ребята. Начинаем фрейм дома. В Америке здесь. Вот только приехали. Вчера привезли материал. Сегодня вот начинаем. Покажу вам, как примитивно здесь делают фрейм. Вот торчат болты. Эти болты будем прикручивать вот такие вот доски. Вот эти доски, они пропитаны специально пропиткой. Можно сказать, вот 2 года зимы пролежали на улице, и с ними абсолютно ничего. Абсолютно ничего. Единственное, они стали тяжелее 3 раза. У нас вот такая погодка. Да. Так что так, да. Тепло у нас. Октябрь. Че, босс, поехали. Пока без прослойки наложим. Восьмая, да. Уже севшая, да? Какой размер? 37 3/8. Такая вот фом, и он идет, потому что доска, она плотно не прилегает, и мы ее сейчас положим, чтобы плотнее было. Хотя эту доску, в принципе, можно на бетон, она не сгниет. Все? Ну, крути. Отрежем его. That's okay. Что, не берет? Забабахали, короче. Трит доску. Здесь, короче, мексиканцы сделали нам окно. Вот так же залили под окно. Спасибо им, конечно, но мы не планировали здесь окно ставить. Придется залить. Форму уже сбили с Мишаней. Так что вот так, погодка просто, надо было по-летнему одеваться. Че, жарко тебе? Жарко, очень жарко. Начали, короче, фреймать, там залили бетончик. Мексиканцы, конечно, молодцы. Они не знают, что такое уровень. Здесь, короче, у нас не уровень, ничего. Что с ними вообще происходит? Что со всеми происходит? Короче, шлепаем. Тяп-ляпы готово, да, Миша? А что тут еще в американских домах? О! Так? Здесь четко. Сломал. Подожди, давай, давай, давай. Что давай? Блин.
Ай, Леха смешит. У каждого есть знакомый Леха, да? Это песня. Как дела? Включайся в наш. Короче, забабахали до вот этого момента. Все, на сегодня хватит. У меня есть же дома еще эти квадратные. Че говоришь? А, он снимает. Всем привет. Боженька нас балует опять хорошей погодой. Так все выглядит. Понедельник. Здесь идет вот такая вот широкая доска. Ну, у нас она 2x10 называется. Там 3 штуки их. Несущая над окнами. Еще окна не сделаны, выглядит как будто дверь. На самом деле это окна, дверь будет вот здесь. Вот так вот здесь делают, под несущую. Обычно вот так 2-3 становятся. Здесь получается больше. Идет 3 пропитанная на низ, сверху идет обычная. Вот так вот. И двойная наверх. Это получается... Как, я не знаю, померить. У нас называется вот это 2x6. Это 2x6. На самом деле она 1.5 инча на 5.5, но называется 2x6. Ну, сантиметров 15, наверное. На 5. Вот такая доска. И из этого вот все наружные стены. Внутренние уже идут с более тонкой вот такой вот доски. Сейчас будем вот эту сторону делать.
Вот, в пятницу залили. Сейчас уберем, доделаем здесь. Потому что мексиканцы сделали нам окно, нам не надо было здесь. С утра даже что-то не хочется громко разговаривать. Так. Тихо, спокойно. Мотоциклы шумят. I have the tiger. Мощь, мощь. Капец, капец, капец. Работа кипит. Натянули вот так веревочку. Там патроны не есть. Сегодня я, короче, проленился нереально. Не хотелось снимать что-то. Да, понедельник надо было валить немного. Сделали две несущих стенки. И доделали эту сторону полностью. И две несущие стенки. Завтра уже будем лаги кидать. Так что завтра поснимаю. Вот так вот все выглядит. Уже можно даже ходить, не болтается так сильно. А, ну, здесь, конечно, закрепили. Так все смотрится. Круто, круто. Американские дома, ребята. Сделаны на века. Просто на многие годы. Вот и все, закончились наши теплые денечки. Ну ничего, мы не унываем. Уточка добрая у нас. Погнали наших городских. Поехали будешь идти? Неохота ходить по... Стеночки. Я вас как-нибудь ниже подам. Thank you.
Так, пока что, хватит. Сейчас ее стоя поставим, прибьем. Может быть, боковую, букву Г. Так вот положили лаги, у нас называется джойсы. Здесь вот это вот, которое идет между первым этажом и вторым, к ней упираются лаги, вон там надо еще крайнюю одну сделать. И все. Там потом короткие идут. Вообще надо все вот это заложить. Дождик немножко нас оставил в покое. Вообще красота. Знали, что страпами можно выровнять стену? Сейчас стена немножко кривая. Если мы закроем пол, то выровнять стены будет практически невозможно. Сейчас получается, стену надо туда, где-то на пол инча, на пол инча это где-то 2-3 сантиметра. Короче, берешь страпу, не знаю, как страпа называется. У вас, у нас страпа называется. Будет потом там поправить. Окей. Так, а с другой стороны стены. Можно прям за стену. Идеально. Лучше, конечно, проверить по нескольким доскам. Я, конечно, понимаю, какие будут комментарии. Типа, в Америке дома из говна и палок. Ребята, может быть, из говна и палок здесь дома, но о них мечтают здесь немало людей. И они стоят здесь. Вот этот дом будет стоить 460-470. Этот дом будет здесь стоить. Из говна и палок. И все в Америке мечтают здесь иметь собственный дом. Закрепил здесь пока временную, чтобы она держала в уровень. Потом поставил одну лагу, которая уже здесь будет полом. И она не даст вот этой стенке сместиться ни в какую другую сторону. Так что теперь снимаем страпу и на другую стенку. Вот снял страпу. И остался в уровень. Теперь буду делать эту стенку.
ребята, забабахали мы. Положили все лаги. Джойсы у нас называется. Вот таким макаром. Завтра застелим все фанеры. Вот здесь пока не сделали, потому что там надо вычислить, где туалет будет, чтобы лага не попала на унитаз. Так что вот так на сегодня все. Погодка, конечно, сегодня нас сильно притупляла желание работать. Так что, надеюсь, завтра будет получше. Все, вот уже загрузили. Всем привет, погодочка просто супер, да, Мишань? Сегодня не дождичка, хотя обещали. Ну, может, еще и будет. О, красота! Сейчас бьем блочки между лаг, чтобы они ровно стояли. Вот так. Сегодня закроем полы. И, считай, первый этаж готов. Ну, правда, лестницу надо еще будет сделать вниз. Это немало работы и времени. Ну, на сегодня закроем полы. А уже в следующем видео будем делать верхний этаж стенки. То будет уже интересно. Guten Tag. Лёха, что ты делаешь с трейлером? Да не, он проделал, Лёха. Лёха. Он согнулся, ну так не видно. Надо будет глянуть, если там ничего не треснуло. Согнулся пополам, бля. Ну правильно, одну пачку на одну сторону, другую на другую. Капец. Нормально, ничего не будет. Так, я натянул, короче. Да. Что за техника новая? Серия 3, американские дома из говна и палок. Да? Да. Ты уверен? Плевать, если
подбивает. Да, блачок, ну да, ну да. Блачок, ну да, ставим и забиваем. Что там их? Что там их первый раз замужем? Как будто первый раз замужем. Давай такую, которую там, вот это, без просыпаюсь от боли, вот это, нормальную, повеселее что-нибудь. Давай долбасню. Очень удобно. На линию поставил. Да. Чуть-чуть сдвинул. Это сюда. Пойдет. А вот эти зеленые без линий вообще неудобно. Надо рулеточкой смотреть. Вот и все. Забабахали полы. Так это все выглядит. Все плотненько. У них есть паз, папа, мама. И половой он вот такой толщиной. Наверное, сантиметра 2. А который пойдет на стены, он чуть-чуть тоньше у нас, полинча он у нас. И вот так вот мы четко наклей с гвоздями.
забили. Все смотрится круто. Эту дырку мы потом вырежем. Здесь будут ступеньки на в подвал на первый этаж. Вот так вот. Думали до обеда, получилось весь день. Инструмент уже собрали. А то у нас там вот апартменты. Людишки такие могут что-нибудь скоммуниздить. Ну, микроволновку никто не будет трогать. И материал тоже сильно никому не нужен. Погодка просто супер, ребята. Со стороны парка первый этаж смотрится вот так. Завтра забьем здесь тоже фанерой. Той полуинчевой, которая уже. Тоньше чуть-чуть. И все. Все будет четко. Снутри смотрится вот так. Все четко, ровно. Зачем фанера, здесь будет все. Тут, правда, мусор. Надо будет прибраться потом. Мишаня хочет забрать на дровишки. Так. И здесь будет ступеньки вот так вот идти вниз. Но это уже будет завтра в другом видео. Вот такой видос. Вот такие вот дома в Америке. Какие уж есть. Ладно, всем пока. А мы еще где-нибудь поработаем. Пока.